что случилось с принцессой, она смеется в ответ на любой вопрос. Виверна умерла. Наша принцесса ест крыс, честная-пречестная. Принц Гордон превратился в сильного лидера. Думаю, это все ваше влияние. Лейла, верно? Добро пожаловать в армию повстанцев. В последнее время принцесса ведет себя очень странно. Возможно, она просто пытается смириться со смертью короля, и все же. Как тут не беспокоиться, когда империя в любой момент может ударить снова? Я уже которую ночь лежу без сна. Принцесса ведет себя очень странно, поговорите с ней и сами увидите. Принцесса закрылась в своих покоях и не желает никого видеть. Так, хорошо. Подождет принцесса. Хильда в последнее время ведет себя очень странно. Я пытался поговорить с ней, но она лишь смеется в ответ. Неужели смерть короля сломила ее? Я хотел бы ей помочь, но не знаю как. Может, вы попробуете с ней поговорить? Исполнили свой долг, значит. Приятно видеть вас живыми и невредимыми. Принцесса ведет себя довольно необычно. Интересно, что с ней случилось? Драконы разломлены? Не верю. Так, с королем что? Лорд Гордон возглавил армию после смерти его величества. Он отличный полководец. Чего? Фирион, я хочу кое-что с тобой обсудить. Мы подождем снаружи. Иди ко мне, Фирион. Ваше высочество, не стой столбом. Я не люблю, когда меня дразнит. Теперь ты мой, Фирион. Что ты сделал с принцессой? Не так быстро, змеюка. Ясно. Вовсе не 18+. Так, Ламия королева. Так, лечить надо, не надо. Нет, с нами всех бьем. Просто бьем. Тысяч дела. Лейла, много ты видела? Достаточно, чтобы понять, что рядом с прелестными девицами стоит держать ухо востро. Где настоящая принцесса? Ужасные новости. Мы узнали, что в Паламеции проводят турнир, а наградой будет принцесса Хильда. Я с вами. Я хочу помочь вам спасти Хильду. Не беспокойся, Кэп, я понимаю, каково тебе сейчас. Солдат, можешь оставить на нас. Они у меня по струнке будут ходить. К отряду присоединился Гордон. Так, хорошо, опять тебе менять снаряжение. Все, за копье хватается. Великаны, золотые, мифриловые. Так, и тебя надо поставить в задний ряд. Так, здесь можно вылечиться на улицу. Так, тут никого. У меня было подозрение, что с принцессой что-то неладно, но гигантская змея, такого никто не ожидал. Идете сражаться с врагом на его территории? Постарайтесь не умереть.
Может, иногда я бывал с вами грубоват, но вы всегда мне нравились. Похоже, император собирается лично посетить турнир. Это наш шанс разобраться с ним. Так, туда посмотрим. Но вряд ли что-то здесь изменится. Ничего не происходит. Так, ну то есть Виверна нас потом спасет. Мы должны спасти принцессу. Под Колизеем, где проводят турнир, есть тюрьма. Могу поспорить, принцесса там. Нашу принцессу отдают в награду победителю. Как так? Минву еще не вернулся из Мисидии. Если награда победителю станет принцесса, может и мне поучаствовать? Кого я обманываю? Меня же мигом прикончат. Даже драгуны не устояли перед мощью Империи. Надеюсь, с принцессой все хорошо. Паламеция — это на юге от Кашуана. Так, на юге от Кашуана. Говорят, в Паламецианской пустыне живут очень опасные чудовища. Будьте осторожны. Берегите себя, принц Гордон. Так, на юге. Сначала мы полечимся. Так, есть какая-нибудь броня получше. Только мифриловая, только все. Ладно. Будем. Так, на юге. Шуан, так, на юге. В принципе, можно доплыть наверх. Так, случайно. Так, она находится где-то здесь, она находится, Колизей. Так, Химера. Муравьиный лев. Такого не было еще. Довольно-таки крепкие. Колизей. Колизей, этаж первый. Так, сундучков нету. Так, нападать будут кто-нибудь? Удачи в бою. Император. Победитель получит руку Хиды, принцессы Фина. Минотавр. Это какой-то дракон.
бегемот. Так, ну у нас такой где-то уже, по-моему, было или не было. Нет, такого не было. Так, ну пока просто бьем. В принципе, хп у него не так уж много было. Гилы не дали. Славная битва. Тебя ждет заслуженная награда. Это ваш шанс убить императора. Вот твоя награда, Фирион. Награда, достойная повстанца. Хм, в тюрьму их. Темный рыцарь. Хорошо. Здесь мы нигде не выйдем. Путь преграждает крепкая железная дверь. Отбой. Пол. Спасибо, что выручили меня в шахте. Я никогда не остаюсь в долгу. А теперь бегите, пока вас не поймали. Сундуки тут есть. Так, наверху нету ничего. Интересно, конечно, надо пробежать. Вдруг на нас кто-нибудь нападать, нет? Так, никто на нас не нападает. Это прекрасно. А, здесь можно ходить. Я думал, не пойдет. Так, наверное, сверху справа. Мы, конечно, все осмотрим. Даже где-нибудь наверняка прячется сундук. Справа сундук был. Эфир. Эликсир. Дом. Чудовище. Так, что-то вас много. Противоядие. Серьезно? Такой бы ради противоядия. Колизей уровень 1. Ну, здесь уже нападают. Принцесса сидит. До нее еще добраться надо. Наверх. Сначала до нее. Так, здесь у нас не открывается. Чем наверх. Ладно, не будем смотреть. Принцесса Хильда, держись, мы тебя вытащим.
Держись. Тильда, как ты? Гордон, не думала, что увижу тебя в таком месте. Гордон, бери принцессу и уходите. Мы отвлечем охрану, чтобы вы могли сбежать. Спасибо, Фирион. Берегите себя. Главное, чтобы лук отдал. Так, здесь уже так серьезно бьют. Так, ну, здесь ничего не откроется. Так, а если огнем попробовать? Эффективнее будет. Так-то желательно его все равно прокачать по максимуму. Какая-то защита стоит от огня, но мы ничего не будем менять, пускай огонь качается. Пока мана есть. Так, первый этаж. Так, здесь никто не нападает. Направо там нельзя сходить. Герб. Вот когда никто не нападает, намного приятнее играть. Правда, тогда не прокачаться. Так, ладно, походу уходим отсюда. Так, туда мы как попасть? Потом. Так, ладно, возвращаемся пока. Почти добежали. Скоро ты прокачаешь огонь, нет? Скоро. Так, наверх, наверное. Там опять в Альтаир, я так понимаю. Побеседовать с принцессой. Так, это по идее водные им надо. Молнии их надо бить. Молнии, конечно, тоже надо будет прокачать. Ну, пускай сначала огонь прокачает по максимуму.
потом пригодится. Здесь, конечно, можно спокойно прокачивать, но мы не будем, может и не понадобится. Армия повстанцев готова идти в бой. Первым делом нужно вернуться в вернуть замок Финн. Принц Гордон и принцесса Хильда разбили лагерь рядом с Финном. Отправляйтесь туда немедленно и помогите им. Так, сначала мы отдохнем. Так, что, серьезно, никого нету? Вообще никого нет. Но старцы должны быть тут. Старцы тут. Здесь, соответственно, никого. Как они так свое убежище оставили? Пустующим. Ладно. Лагерь повстанцев. Мы пробили ворота, враг в замешательстве. Это наш шанс. Так, все, наверное, одно и то же будет говорить. Мы отвоевываем замок. Так, принцесса сначала. Пирион, Мария, Гай, вы спасли мою жизнь. Как я понимаю, вы еще и уничтожили дредноут. Не знаю, как вас и отблагодарить. Как выйти? Успех наступления зависит от вас. Мы отвлечем императорскую армию, а вы проникнете в замок и убьете его хозяина. Так, спросить виверны. Драгоны, колокол. Походу ничего. Не бойтесь, я настоящая принцесса. Что такое? Почему ты покраснел? Да так. Был там один момент. Важных понятий нет. Так, черная маска, ничего не происходит. Кулон, ничего. Колокол. Наверное, просто надо туда идти. Вот ворота пробиты. Да. Так, хорошо. Мы сначала зайдем в пригород. Так, эти по-любому, наверное, будут нападать. В принципе, конечно, это не то. Да, с ними разговаривать мы не будем тогда пока.